Горки Ленинские, отпраздновавшие в минувшее воскресенье свой 473-й год со дня своего основания, становятся все комфортнее и удобнее. Так, недавно началась реконструкция по улице Южный проезд, расположенная вблизи центрального въезда в городское поселение. Уже совсем скоро местных жителей будут радовать зеркально гладкие дороги без единой ямы и широкие тротуары. Как автомобилист хочу сказать, да, здорово стало, дороги прекрасные, ям нет, тротуары отремонтированы, пешеходы тоже довольны, поэтому мы теперь будем, так сказать, взаимовежливы. Пешеходы не будут мешать водителям, водители, надеюсь, никто не собьет пешеходов. Очень качественно сделали ребята, так честно, все выметали, все грунтовали, потом засыпали гравелем. Потом песок желтенький, чуть ли не в песочнице можно было сыпать. Ну вот сейчас сделали пешеходные дорожки. Видимо, тут уже тогда подряд будут идти от самого края и до дороги. Будет у нас хорошая дорога. Также устанавливаются новые столбы уличного освещения, благодаря которым можно будет без опаски ходить в темное время суток. Поставили новые фонари, вкопали. Теперь будет два раза ярче, два раза лучше. Кроме того, благоустройство ведется на участке от магазина до храма Первосвятителей Московских, открытие которого так ждут жители горок Ленинских. Работы по благоустройству, по словам дорожников, выполняются по всем соответствующим нормативам, не причиняя временных неудобств жителям горок Ленинских. Ну, мы сегодня ставим опоры фонарного уличного освещения для населения этого данного района и стараемся как-то минимизировать, чтобы население не испытывало неудобств. И стараемся как-то все сделать быстро и аккуратно. Что ж, остается только порадоваться за жителей горок Ленинских и поздравить их с новыми дорогами и тротуарами. По району дежурили Екатерина Коваленко, Алексей Руднев и Елена Кошелева.